То, что мы узнали, может все изменить. Все. Сомнений нет, догадок нет. Одна только правда. Гадкая. Гадкая, грязная правда. Жить с этим я не смогу, понимаешь, Кемаль? Мы его брата убили. И мне надо найти убийцу. Я найду. Мама? Алло, где ты? Что, что-то с Денис? Ты ни о чем не знаешь, да? Что, мама? Нихан, маму и Мира привезли домой. Что? Пресса повсюду. Я просто поверить не могу. Она же давно умерла. Эмир там? Эмир в бешенстве. Скорей приезжай. Убрать репортеров от моих дверей! Живо! Амирбей! Вы знаете, кто это сделал? Скажите, пожалуйста, вы знаете, что ваша мать жива? Что там? Мама Эмира жива. Ее привезли к нам домой. Эмир с ума сходит. Это для него новость. Галибей мог знать, но зачем? С чего вдруг Галибей все это устроил? Это ты. Зачем? Зачем? Чтобы он больше не лез к моей семье, а занялся своей семейной трагедией. Нет, нет, нет. Это нужно было сделать. Ты понимаешь, во что переросла ваша война с Эмиром? Он спросил, а я ответил. Эмир будет мстить. Смерть Азана – мое дело, Кемаль. Ты в него не лезь. Нет, я уже в этом деле. И я не отступлюсь, Нихан. Ваша война с Эмиром коснется всех. Абсолютно всех. Азана кто-то убил. Побег готовил Эмир. Кто-то из людей мира мог быть в его палате. Это непростое дело. И без моей помощи ты разобраться не сможешь. Я смогу. А вот ты не лезь. Эмир,